Ребят, всем доброго вечера. Ну, конечно, это для меня вечер, потому что я снимаю для вас вечером. Хочу показать вам сегодня одну из масштабных моделей, сборных масштабных моделей AVD Models RAV 251. Давно я присматривался к этому набору. Много фоток было в интернете ребят, которые построили эту модель. И вот мне тоже захотелось построить свою. Деталей смолы в этом наборе. Ничего трагического и плохого в этом нет. Мне нравится тоже со смолой работать. Многие от нее открещиваются. Но, тем не менее, достойный набор, достойная модель. И я вот ее тоже вам хочу показать. Кстати, красить я буду так же, как на коробке. Ну, по крайней мере, постараюсь максимально, чтобы это было так. Ну, а здесь цвет белый с красным. Вот, соберем. Хочу, чтобы она у меня была на полке. Информация здесь вот такая. Кто изготовитель? Естественно, это AVD Models. Разные рекомендации к набору. Ну, все вы знаете. Ну, давайте смотреть уже. Тоже открою вот на ваших глазах этот набор. Хочется уже посмотреть, что там. Оп. Посмотрим смоляные детали. Ну, здесь немножко деталей. Также здесь он. Набор смешанный, половина деталей пластик. Ну, скажем так, 20%, наверное, пластиковых деталей, остальное все смола. Основные части из смолы — это салон, вот низ с рамой, все в одной детали отлито. Ну, здесь вот разная мелочевка из пластика. Прозрачный пластик, тут фары, поворотники. Ну и здесь вот элементы. Ну, задний мост, карданный вал, руль. А вот что-то сиденье, наверное, вот в этом пакете у нас. И точно, сиденье у нас, видите. Блин, я мечтаю ее собрать уже. Ну, не с нее я начну, ребят, не с нее, а сборку. Сразу вам скажу. По детализации все очень классно. И пришла мне одна штука. Гравер мачетовский. Я вам его позже покажу. Вместе с инструментами. Так, здесь вот у нас еще элемент остекления. Из пленки вот такой, из плотной. И пленка зеркальная уже отштампована под зеркала, кругляшки вот такие. Давайте посмотрим схему сборки, как вот ее оттуда изъять. Так, оп. Как плотно она там сидит. Давайте посмотрим. Конечно, все это есть в интернете, но когда вот вживую, хочется все потрогать, посмотреть своими глазами. Это уже другой момент. Ну, опять же, вот судя по схеме, не вижу никаких сложностей с набором. Он очень простой. Ну, трудоемкий, ребят, мелочевка. Вот эта вся стекла. Элементы салона. Все это нужно делать будет аккуратно и долго. Вот как все это устанавливается, нижняя часть, передняя балка, задний мост, кардан, выхлопная система. Проще говоря, глушитель. Вот. Я видел, кстати, фото и живой машины в Прибалтике, такая есть, такой рафик. Многие называют такие автобусы бурбухайками. Ну, в чем-то, да, доля правды есть в этом. Вот. В общем, ждите, сборочка будет обязательно.
Ну, начну в ближайшее время. Кстати, КамАЗ тоже буду собирать, вы его увидите. 6540. Вот. Ну а где все это я заказывал? По ссылке пройдете. Интернет-магазин Ритмоникс. Должны они там еще быть. Я, по крайней мере, когда заказывал, они там были. Вот. Поэтому я вам рекомендую проходить по ссылке, заказать, если вам понравился такой набор. Ну, что у меня получится, сами увидите и решите. Там уже тоже после сборки многие, наверное, подождут, когда я соберу, да, посмотрят на мой результат. Вот. Но, тем не менее, все равно я вам тоже рекомендую. Классный автобус вообще. Вот еще Таджикистан я хотел. Но его уже, к сожалению, нет в продаже. Может быть, появится в серии наш автобус в этой коллекции. Посмотрим. А пока я хочу собрать сам вот такой RAV-251. В общем, по ссылке проходите и заказывайте. Увидимся с вами на сборках и на других обзорах. Пока всем и удачи.